27 августа, в День российского кино, Ненецкий округ присоединится к первой всероссийской акции «Ночь кино». В этот вечер по всей стране пройдут бесплатные уличные показы отечественных фильмов. В Нарьян-Маре на площади Марат-Сей развернется кинотеатр «Под открытым небом», зрителем которого может стать любой желающий. В рамках акции Дворец культуры «Арктика» планирует бесплатный показ трех отечественных фильмов, которые были отобраны зрителями в ходе голосования на официальном сайте «Года российского кино». Это «Легенда номер 17», военная драма «Батальон» и анимационная картина «Смешарики». Подготовка идет полным ходом. Сейчас мы устанавливаем сцену, где у нас будет светодиодный экран, LCD-экран и звуковая аппаратура, то есть аппаратура для просмотра. Дворец культуры «Арктика» планирует не только показать фильмы, но и также концертную программу. То есть на площади будет организовано гуляние, будут работать у нас торговые палатки. У нас планируется привести 60 сидячих мест, то есть мы установим стулья для самых стойких, чтобы они могли до конца досмотреть фильмы. Конечно же, хочется сказать, что в случае непогоды, если у нас с утра зарядит дождь, то мы всю программу просмотра фильма мы переносим в концертный зал. Стартует «Ночь кино» в 20:00, а завершится в 2 часа ночи. Всероссийская акция инициирована Министерством культуры России в рамках «Года кино в России» и направлена на пропаганду отечественного киноискусства.